Это картина из Национального музея Брукенталя, расположенного в румынском городе Сибиу. И это, наверное, самый ранний портрет кисти Ван Эйка. Такое предположение возникло из-за голубого шаперона на мужчине. Такие головные уборы были в моде в конце 1420-х, в начале 1430-х годов. Шаперон вначале представлял собой капюшон с длинным шлыком и пелериной, затем превратился в пышное и достаточно дорогое сооружение, напоминающее тюрбан, дополнительно украшавшийся фестонами. Мужчина со спокойным лицом, дорогой коричневой куртки с меховой подкладкой. Яркий цвет шаперона тоже указывает на богатство. Синий пигмент, ультрамарин, добывали из дорогого камня. Кольцо в руке всегда интерпретировали как знак профессии ювелира. Недавно появилась версия, что оно может быть символом помолвки, хотя для помолвочного портрета мужчина довольно небрит. Эта небольшая картина маслом представляет собой ранний пример элементов, типичных для светских портретов Ван Эйка. Инновационная поза в три четверти на темном плоском фоне, сильное ощущение света, подчеркивающее характерные черты натурщика и удивительная способность художника передавать различные текстуры тканей. Такое расположение позволяет правильно передать объемы, светотени на лице, акцентировать внимание на мелких деталях. Так как Ван Эйк портреты тогда никто не писал. Взгляд мужчины непоколебим, но в то же время медитативен. Он смотрит прямо перед собой и, по-видимому, не замечает присутствия зрителя. Пожалуй, самым удивительным в этой работе является пристальное внимание Яна к нюансам телесных тонов рук и черт лица натурщика, включая световую бороду. Портреты, подобные этому, как правило, выполнялись на заказ в различных целях, начиная с увековечивания какого-либо события, рода занятий или в память о себе. Эта работа, первоначально считавшаяся изображением ювелира, на самом деле представляет собой тип картины, предназначенной для предложения руки и сердца. Человек, который нерешительно смотрит куда-то в сторону. В правой руке он держит кольцо, символизирующее помолвку. Мужчина явно ждет ответа от своей возлюбленной. Мельчайшие детализации, одна из которых – ухо, занимающее на картине центральное место, всем своим видом показывает, что мужчине не терпится услышать ответ. И эта смысловая игра очень в духе Ван Эйка. Довольно часто такие трюки повышают реалистичность картин и необычайно тонкое различие между качествами текстуры и атмосферного света сделали работу Яна невозможной для подражания. Читалось, что тщательное описание каждой детали жизни отражает славу Божьего творения. Картина была приписана Ван Эйку в конце XIX века, но некоторые искусствоведы неоднократно оспаривали это до 1991 года, когда инфракрасная фотография показала методы обращения с маслом, которые были безошибочно Ван Эйка. До 1948 года панель принадлежала Национальному музею Брукенталя в Сибиу, Румынии. В том же году новый коммунистический режим эту картину вместе с 18 другими, считая ее наиболее ценной коллекцией музея, передал ее Национальному музею искусств Румынии в Бухаресте. В конце 2006 года, во время пребывания Сибиу в качестве культурной столицы Европы, работы были возвращены в музей Брукенталя.